Установлен единый срок уплаты физическими лицами имущественных налогов не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом срок уплаты устанавливается непосредственно налоговым кодексом. В случае, если имущественные налоги не были исчислены ранее или были исчислены некорректно в связи с отсутствием каких-либо характеристик объектов, да, то в этом году, в 2017 году, при массовых расчетах налоговый орган будет исчислять налоги снова за 3 налоговых периода. Инспекцией проводится работа по взысканию имущественных налогов. В частности, именно инспекторы готовят материалы для обращения в суд. Инспекции будут направляться материалы в судебные органы для принятия судебного приказа. В дальнейшем судебный приказ будет направляться в службу судебных приставов для взыскания данной задолженности. С прошлого года вступил в силу федеральный закон, изменивший порядок применения контрольно-кассовой техники. Суть изменений заключается в совершенствовании порядка регистрации контрольно-кассовой техники и ее применения, основанного на передаче в электронном виде информации о проведенных наличных денежных расчетах в налоговые органы. Инспекция Федеральной налоговой службы России номер 22 регулярно проводит пресс-конференции и организует работу межведомственных комиссий. Как правило, их участниками становятся и представители силовых структур, ФСБ, полиции и прокуратуры. Такие беседы призваны помочь людям разобраться с долгами, а также предупредить о неминуемых последствиях нарушения закона.